Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова представили новое издание, посвященное истории, культуре, археологии и памятникам крымских татар. Это четвертый том свода памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар, первый и третий том собрания сочинений Усина Баданинского, полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского, язык одесских книг Крымского ханства и ханских ярлыков, а также армия Крымского ханства. Все книги подготовлены Крымским научным центром Института истории имени Марджани совместно с КИПУ, Государственным Эрмитажем, Бахчисарайским музеем-заповедником и библиотекой Гаспринского. В условиях пандемии нам удалось как бы подготовить эти издания. Полагаю, что эти книги, они должны внести свой вклад в историю крымстатарского народа, историю, культуру крымстатарского народа. Я думаю, что будут полезны не только для ученых-исследователей, но и для обывателей. Одно из самых популярных изданий Крымского научного центра – многотомник «Свод памятников». Его четвертый том посвящен памятникам города Эскихырым, который в прошлом был важным стратегическим центром полуострова. Крым, и вот здесь Александр Ильич может не оппонировать, это все-таки мост в Средиземноморье. И это было всегда с ранней античной эпохи до средневековья монгольского периода включительно. И в этом смысле Салхат, безусловно, является частью этого моста в монгольское время. Одним из ярчайших этапов изучения Старого Крыма, археологии Старого Крыма, это были экспедиции 20-х годов Союзной ассоциации востоковедения совместно с Бахчисарайским музеем. И там одну из ключевых ролей играл Усин Дорофеевич Баданинский. Материалы Усина Баданинского Крымский научный центр издал уже 3 томами. Работа над ними велась много лет. К сожалению, наследие Баданинского уцелело не полностью, поэтому ученые собирают материалы по крупицам в фондах музеев и в архивах. Это и дневники экспедиции, и этнографической экспедиции 25-го года, и археологической экспедиции в Старый Крым 26-28 годов. Большой пласт описи ранее не опубликованных, археологических описей из Старого Крыма. Это мечеть, раскопки на медресе узбека. Да, и мечеть медресе узбека. Еще одна интересная книга, представленная Крымским научным центром – монография «Язык одесских книг и ханских ярлыков» кандидата филологических наук Олега Рустемова. Юридические документы, которые описывают, в котором зафиксирована та или иная тяжба, достаточно интересная, любопытная тяжба там. Вот. Она написана своеобразным языком. Языком, который является как бы отчасти разговорным. Там очень много косвенной или прямой речи, когда задают вопрос, когда там выступает истец, заявляет о каких-то там своих ущемленных правах перед судом. На презентации представили и полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского, куда вошли очерки, статьи, редакционные заметки, опубликованные просветителем в газете «Тарджиман» за 1887-90 годы, а также монография «Армия Крымского ханства» Амета Шейхумерова. В довоенной России еще выходили работы Муфтизаде, «Осужденные крымских татар Российской императорской армии». Много есть работ о Красной Армии, о крымских татарах, партизанах и так далее. До недавнего времени ни одной крупной работы по военному делу Крымского ханства не было вообще. Все представленные на презентации книги были изданы в 2019-20 годах. Сотрудники Крымского научного центра уже работают над новыми томами своих изданий, некоторые из которых увидят свет уже в этом году.